Здравствуйте, в эфире телекомпания «Одинцова», программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. С 30 марта в Московской области введен особый противопожарный режим. Что это такое? Об этом сегодня расскажет Владимир Аркадьевич Старожук, начальник отдела надзорной деятельности по Одинцовскому городскому округу. Здравствуйте, Владимир Аркадьевич. Здравствуйте, уважаемые жители. Я так понимаю, что введение вот этого режима связано с противопожарной обстановкой. Безусловно. Вот расскажите, безусловно, пожалуйста, какая обстановка складывается. Значит, ситуация на сегодняшний день у нас по сравнению с предыдущим, с прошлым годом составляет 193 пожара в этом году, а 119 произошло в прошлом. Вот в связи с таким положением, ну, Московской области и более значительный рост пожара, нежели у нас. В связи с этим 30 марта введен особый противопожарный режим на территории Московской области, естественно, продублирован он и постановлением и Одинцовском городском округе Андреем Робертовичем Ивановым. Также с 30 числа постановление за номером 827 от 26.03.2020 года. Что себя включает особо противопожарный режим? Это ряд мер, которые указаны в этом же постановлении. Это запрет посещения лесов, парков, также разжигание костров, сжигание растительности, вот, и ряд мер, которые, то есть сжигание порубочных остатков и так далее, и так далее. То есть разжигание любого источника, то есть разжигание любого костра или источника огня, о чем я сказал вам выше. За это предусмотрены административные наказания. В особый противопожарный режим действует статья КОАП Российской Федерации, статья 20.4, часть 2, которая, естественно, всем штрафные санкции увеличены, вот, скажем, на граждан на 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30. Поэтому это нужно принимать и, естественно, не посещать, не ходить. Но с учетом того, что у нас сейчас объявлен еще указ президента, поэтому, ну, я хочу... И это, не должны, по идее, рваться никуда. Поэтому сохраним наши лесные насаждения. У нас уже произошло на территории нашего городского округа 2 лесных пожара, где... Это уже в этом сезоне. В этом сезоне, где произошел крупный убыток для лесного фонда. Это лесонасаждение. То есть посадка, лесопосадка, конечно, на одном более 6 гектаров и на втором пожаре более 2 гектаров. А причина уже известна? Идет следствие, пока по причине сказать не могу, но, как опыт показывает, это неосторожное обращение с огнем. То есть разведение костра, оставшегося костра, ну и сжигание пала сухой растительности, то бишь травы, привели таким последствиям. Вот этот режим, он запрещает разведение костров. Наверное, один из самых частых вопросов, которые вы слышите. Ну, а в мангале-то можно? Мангале, значит, и в бочках возможно, но в связи с вводом это было возможно до ввода особого противопожарного режима. А так как уже и выход в лес, в парки, и запрещен, лесопарки имею в виду, не парки отдыха, вот, запрещен выход туда. В этой связи, что поэтому, естественно, и в мангале, и уже в бочках разведение костров запрещено. Владимир Аркадьевич, а с чем связан такой рост возгораний? 119 в прошлом и 193 в этом. Это как раз пал лесной, то есть пал травы. То есть это вот погода, наверное, погода, свою роль ранняя, играет. Ранняя весна, отсутствие снежного покрова практически всю зиму. Вот, и привели к тому, что он начался значительно раньше. Если в том году он начался примерно с середины апреля, пал растительность сухой травы, то в этом году он практически, видите, начался в начале марта. Пал травы – это детская забава или же взрослые тоже по каким-то причинам это делают? К сожалению, не только детская. Естественно, и дети помогают, в кавычках, нам значительно, но и взрослые. Дело в том, что сухая трава, как все вы замечаете, очень имеет большую высоту. В связи с хорошей погодой в прошлом году и хорошими осадками, теплой погодой, трава приняла очень такой значимый рост свой. И поля, и неокошенные пустыри. Естественно, окурок или просто поджог этой травы, оставленный костер и так далее, приводит к таким уже крупным последствиям, как я сказал. Ну и, естественно, шалость тоже не исключаю детскую, тоже дети, к сожалению, балуются. Ну, в нашем случае, слава богу, мы
поплатились несколькими гектарами леса в Ростовской области, в Ростове, если не ошибаюсь, да, погиб сотрудник МЧС. Сотрудник МЧС при тушении. Вот, ну, дай бог, чтобы больше такие истории не повторялись, чтобы люди нас услышали. Вот опал травы, чем он опасен сам по себе? Ну, детям-то, наверное, кажется, травка горит, оно, в общем-то, весело, искорки летят. Но, я так понимаю, это быстрое распространение огня. В первую очередь, быстрое распространение. С учетом того, что сейчас межсезонье, это ветра, то распространение увеличивается на порядок. Его перебрасывает, можно сказать, вот с одного края поля на другой порывы ветра. Исходя из того, также подвержены большим угрозам, небольшим, а именно реальным угрозам, это воспаление, возгорание дачных строений вблизи этих же полей, лесных насаждений, как уже я вам привел пример, угу, два случая. Вот. Ну и вообще, ну и может распространиться, как и перейти к гибели людей, естественно, если это произойдет, особенно в вечерний, ночной период. Если человек стал свидетелем того, что что-то вот такое намечается, куда звонить? Значит, естественно, 112-01-101. Все наши номера оперативных служб, которые нас вызовут, оповестят. А есть шансы самостоятельно справиться? Безусловно, конечно. Это же все-таки в самой начальной стадии, если есть возможность у вас, есть какой-то инвентарь, инструменты, я имею в виду лопаты какие-нибудь, это, ну, затоптать не следует, но ведро воды чем-то, ну, естественно, попробовать принять участие в тушении пожара этого небольшого, еще не принявшего огромные масштабы, да, масштабы трагедии. Ну, если есть возможность, то потушите, естественно, после себя, если там... Нельзя разжигать костер, еще раз повторюсь, но и тем более, если увидели, то лучше залить ведром воды. Ну и с детьми, наверное, нужно разговаривать. Безусловно, конечно. Я думаю, что каждый для своего ребенка не хочет зла, и это в первую очередь, и объяснять детям, что опасно в этой жизни, как и пользоваться электробытовым прибором, так же, естественно, и огнем. О запрете, тем более розжига, так как нести ответственность будете за них вы, родители. И дай бог, чтобы это закончилось только материальным каким-то ущербом, а не чем-то, конечно, другим. Конечно, конечно. Я так понимаю... К сожалению, да, я добавлю, вы коснулись трагедии детской. У нас в Московской области наблюдается большой рост детской гибели на пожарах. Буквально вот последний был у наших соседей в Истре, где сгорела семья. Но вот с радостью то, что из четырех детей, ну, здесь как бы погиб один ребенок, но годовалый. А остальные дети успели спастись, успели вытащить, но рост наблюдается значительный. В этой связи хотелось бы напомнить нашу ответственность взрослых, что мы должны обеспечить безопасность детей в первую очередь. Поэтому надо следить за этим, следить за своим поведением в плане того пожарной безопасности в целом. Особенно сейчас, находясь на дома, не забывать о том, что одно из главных причин пожаров – это замыкание электропроводки, это ее воспламенение. В связи с тем, что электробытовых приборов у нас, ну, все напичкано. Полно. Да, не оставлять их без присмотра, следить за ними. Очень у нас, я бы сказал, повысилось количество возгораний тому, что вот зарядку элементарно. Оставили зарядку, выдернули телефон, а зарядное устройство остается включенным. Уже ряд пожаров, вот случаев был возгорания по этим причинам домов, квартир. В этой связи, что еще раз повторюсь, не оставляйте включенным электробытовые приборы без присмотра. Вот, это в первую очередь. Ну, а так как и также иметь обязательно наличие УЗО и автоматических плавких ставок, ну, я имею в виду автомата защиты, вот, соответствующих сечениям проводов. Ну, это как бы больше к электрикам, но я считаю, что каждый должен быть ответственным и приглашать этих электриков в периодичность, приглашать осматривать свою проводку и состояние автомата защиты. Знаете, может быть, я ответил на следующий ваш вопрос, но это, ну, как бы они вяжутся одно за другое. Да. Поэтому хотелось на этом... Ну вот сейчас мы, в общем-то, дали советы взрослым. А с детьми как разговаривать? Чему их в первую очередь с точки зрения пожарной безопасности нужно научить? Ну, по-разному. Начиная, наверное, с Камня Чуковского, да, помните? Известную, как белочки подожгли море. Да. Насколько... Ну, с детьми это зависит от возраста, конечно. Более с маленькими детьми, конечно, просто не допускать возможности их... Сожигалки, спички, все убираем. Да, возможно, доступа
к этим вещам. Также, ну, я не знаю, по электроприборам, ну, тоже не допускать возможности их подхода. Более старшим это разговаривать, объяснять, насколько это серьезно. Только не так, чтобы потом это в качестве примера, я имею в виду навыка, то есть каких-то более постарше, как это серьезно и к чему это приводит. Вот я думаю, что ребенок как с понятием таблицы умножения, так и эти вещи должен знать и понимать. Спеленок и на всю жизнь. Это его безопасность и дальнейшая его жизнь. Ну, кроме детской шалости, есть еще одна такая распространенная причина возгорания именно в холодный период – печное отопление, неисправное печное отопление. Вот с этой точки зрения, как сезон прошел? Да, спасибо за вопрос. Вопрос очень такой. Хорошо, что зима была более теплая, чем предыдущие зимы, поэтому количество пожаров от именно печного отопления, как вы сказали, значительно меньше, чем с таким же аналогом прошлого года. Но рост наблюдается у нас значимо это от пожара в банях. Там также находятся печи, но принцип их немножко другой, чем отапливаем в доме, в частном доме печи. Ну и, к счастью, может быть, из-за того, что, о чем вы спросили, стало меньше пожаров, потому что газовое оборудование, что все-таки установлен газ во многих домах, поэтому... От печи уходим, да, потихонечку. Да, от печи потихонечку уходим. Но есть все-таки камины и есть бани. Здесь рост, да, рост значимый. Я хочу лишь сказать о том, что, к сожалению, многие фирмы, которые даже монтируют эти вещи, как камин, и устанавливают печи, или печники, которые вам непосредственно кладут эти вещи, ну, оставляют желать в плане своей профессиональности желать лучшего. Исходя из этого, получается, вы нашими как потенциальными клиентами. В чем заключается опасность данных продуктов, их именно печей. В том, что если у вас установлены на электропроводке автоматы защиты УЗО, и она выключится, если произойдет короткое замыкание или какое-то повреждение проводов, или электропроводовой прибор выйдет из строя, шанс того, что ее выведет, очень много. То с печами вам никто не похлопает по плечу, скажет, что уже горим или она разрушается. Поэтому надо периодично чистить дымоход, просматривать его. Он имеет трещины. Вот, извините, так оторвусь. Раньше на Руси печь мазали известью. И после сезона топки было очень хорошо заметно, что, как она выглядит. То бишь у нее черные накопления, точки, это в местах, это где выходит сажа. Естественно, их замазывали и готовили, чистили и готовили на следующий сезон. Вот. Почему так делали? Из-за того, что она трескалась, выделялась сажа, но не только сажа, а также продукты горения, то бишь искры. Если она выходит в том месте, где вы это увидели, это еще полбеды. Но зачастую это выходит в тех местах, где труба пересекает перекрытие и обрешетку кровли. Искры начинают вылетать, бомбардировать, и тысяча первая находит то, что должно найти, и происходит возгорание. Поэтому делали разделки, ну и просматривать, еще раз повторюсь, просматривать очень регулярно, насколько серьезно это печи и камины. Поэтому независимо от того, металлическая ли это труба или кирпичная. А что касается обогревателей, да, люди обогреваются и ими в холодное время года. Да. Удалось ли избежать роста по этому показателю хотя бы? Не удалось, по той причине, что очень много это у нас пожаров на таких дачных домах произошло, где именно в зимний период, где люди не пользуются дачами, а у них стоят масляные обогреватели, и установленные, включаются они только в момент приезда их дачный домик. Но еще раз повторюсь, зима была относительно теплой, относительно с предыдущими годами, поэтому люди приезжали часто на дачи, и что происходило? То есть сушили, то есть эти обогреватели масляные закладывали. Закладывали, сушили вещи, ну, естественно, они возгорались, обогреватели есть разные, масляные, естественно, ну, не на которые нельзя и ложить, и не использовать как сушилки. Вот. И по этим причинам очень много пожаров, ну, к сожалению, где и было с гибелью людей. Вот. На дачных участках, так как все-таки все равно люди приезжают отдыхать. Здесь, в общем-то, доскональное изучение инструкции могло бы спасти. Безусловно, конечно. Жизнь. Ну, как любой электробытовой прибор, надо прежде чем изучить инструкцию, прежде чем пользоваться.
Спасибо большое, Владимир Аркадьевич, что пришли сегодня к нам в студию. Ну, пожарным всегда хочется пожелать сухих рукавов, чтобы рукава Спасибо. Были сухими у пожарных. А это, в общем-то, дорогие телезрители, зависит от нас с вами. Давайте соблюдать правила пожарной безопасности без каких-либо исключений. Берегите себя. Спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Спасибо.